ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Oxygen leak. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth.
jetpack works. Well, mostly.
need to get up there somehow.
is going on here? How is this possible? У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные и признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. That's a long way down. Нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. How do I make it up there? Thank you.
walkway will lead me to my crew. Graves seem pretty makeshift, like they were in a hurry to bury the bodies. There you are. Are you okay? Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Ah!
I bet I can make use of this. Ночь назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился. В смысле ее окончания. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить. Thank you.
Поразительно. С каждым новым опытом ее пробы кажутся все более перспективными. Позже я занесу в журнал больше подробностей. Сейчас просто нет на это времени. Thank you.
Не следуй за мной. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой, и мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал, интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги свое оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только... неугасимый свет могущественного Советского Союза. В сравнении с научным потенциалом, который представлен здесь, ядерное оружие кажется лишь дубинкой дикаря. Все больше наших семей перебирается сюда. Наше общество расцвело настолько, что мы уже можем назвать это место родиной, новой родиной. Наверное, таким же чувством были охвачены великие писатели нашего времени, глядя на свои бессмертные творения. Истинное совершенство.